Привет! Сегодня я расскажу, какая косметика должна быть у новичка. Как бы, ну, новичок. Ну, ему, наверное, надо тина такие бледные. К примеру, можно вот такие, пока еще не надо. Не советую для новичка. Вот. Берем, так, к примеру, можно, сейчас я открою, вот эти вот тени, новичку можно, так, ему можно, новичку можно, вот такие тени. Я покажу. Такой вот. Вот такой. Такие тоже можно. Далее можно новичку, конечно, вот такие вот. Такой. Такой, такой, такой. Беленькие, такие можно и вот такие. Далее у меня еще есть, ну вот, не знаю, главничка, ему можно вот такие цвета. Вот такой розовый, его сейчас на глазах совсем не видно. Сейчас, смотрите. Вот я нанесла ему. Сейчас я нанесу на глаз. И вот эти тени от Marie Kay. Говорю вам, очень хорошие. Вот смотрите. Нанесла на глаз. Ну где? Даже не видно. Не очень видно. Вот, вот такие тоже могут. Дальше я могу посоветовать новичку. Вот, вот эти цветы. Вот эти и вот эти. Конечно, вот у меня еще есть вот такие, но не советую. Вот. Дальше помада новичку. Вот, примерно. Вот такая вот помада очень, кстати, нормальная. Вот, смотрите, как она выглядит на губах. Вот так. Не очень видно, как что можно. Вот такую помаду. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Такую помаду не советую. Посмотрите, как она ярко выглядит. Вот. Вот. Видите? Сразу такой блеск. Хоть он, как вы видите, то что он очень такой яркий. Его вообще не видно. Смотрите. Вообще, только блеск показывает. Вот. Вот это можно. Советую кисточками краситься. Знаете, какими? Наподобие вот таких. Сейчас покажу. Аппликаторы. Ну, вот наподобие таких можно. Ну, можно как бы и оттенюшек, которые вот, к примеру, вот такие вот. Вот к теням, когда прилагаются вот, вот такие вот там кисточки. Вот такими тоже можно. Ну, вот такие можно распылять там, если что. Конечно. То есть вот, например, я у меня косметики, ну, вообще нету пудры, тональника. У меня кожа хорошая. Вот.
Потом духи у них должны быть не очень резкие такие, простые духи. Вот, не знаю, не такой, наверное, даже. Советую карандаш для глаз, пока не красится. Я вот, например, купила очень хорошие тени, как бы вот эти вот черные. Не знаю такого названия тени. Вот. Но они такое, прям вместо карандаша так хорошо. Вообще. Советую лаки красить вот такие. Ну, лаки можно любыми такими. Какими захочется. Вот. Я сегодня рассказала, какая косметика должна быть у новичка. Подписывайтесь тут, комментируйте тут. И пишите запросики на видео. Всем пока!